Не пора ли мне узнать о второй части плана, Лич? Пора. Итак, по воле короля Лича, мы сделали первый шаг. Создали плеть и уничтожили всех, кто мог противостоять пришествию Легиона. То есть войска Лордерона и высших эльфов. Именно. Теперь мы должны призвать повелителя демонов, который начнет вторжение. И куда мы направляемся? Неподалеку отсюда расположен лагерь орков из клана Черной Горы. На его территории находятся демонические врата. С помощью этих врат я смогу связаться с повелителем и получить от него дальнейшие указания. Доброго времени суток, зрители, гости канала, с вами Росси, вы на канале Ролигейм Онлайн, и мы продолжаем играть Warcraft 3 Reforged. Смотри, за ледяной змей. Ледь. Эти драконы — любимцы короля Лича. Он хорошо послужит нам. В общем, Артас со своим вновь воскресшим другом Калтузадом отправился на нам уже знакомую Черную гору, где обитает клан Черной горы. И мы должны пробраться к вратам, которые, как я понимаю, будут служить нам в роли телефона, которому позвонит Калтузад своему начальнику и узнает, что нам делать дальше. Наконец-то. Так, что у нас есть по базе? Значит, два вурдалака. Там уже вон у нас логово. Сразу качнемся. Люблю качаться. Если вы понимаете, о чем я. Наконец-то. Ага. Большого мы убить не можем, да? Дайте катапульты нам нахрен не надо. Легион послал мертвецов, чтобы испытать нас. Вперед! За клан Черной горы! А, даже так, да? Орки, истинные слуги пылающего легиона. Понятно. А это безмозглая нежить. Оскорбление для наших хозяев. Твои войны исправились, дикарь. Мы сотрем вас с лица этого мира. Ой, Калтузеда сейчас убьют. Решающий выбор. Ага, это не настоящий. Говори. Понятненько. Ледяная. Он уронил какую-то книгу. Она магическая? Это демонический фолиант. Без сомнения. Такие же книги есть и у его товарищей. Я уже встречал орков, поклоняющихся демонам. Какую роль они играют во всем этом? Это очень сложный вопрос, юный рыцарь смерти. Достаточно сказать, что они больше не нужны легиону. Убил, короче, падла всех моих вурдалаков, которые добывали мне дерево. Так, убейте, 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 убейте. Ну, это нормальная задача для нормальных пацанов, которые пришли сюда подраться. Сейчас исследуем паутину, потому что я не закончил свой вопрос с драконами. Улучшение завершено. Улучшение завершено, хорошо. Так, теперь мне давайте все-таки вурдалаков. И мне не понравилось то, что... Наверное, зиккурат нужен. Здесь. Потому что, как я понимаю, орки будут у нас сейчас лезть. И тут зиккурат. Есть. Здесь мало зиккуратов. Кстати, у нас уже по подстроечкам-то нормально. Уже можем и жертвенную яму, в которой мы можем превращать наши войска в тень, с помощью которых исследовать, вот как сейчас. Я буду твоими глазами. Угу. Ну так нормально тут у них грядка, против которой нам драться. Ну чё, всех победим, ребят. Надеюсь, это видео будет не больше часа. Я, по крайней мере, постараюсь не затягивать, потому что я знаю, как все любят смотреть долгие видео, то есть никак не любят. Отправляйся. С
склоняюсь перед твоей волей. Ничего, здесь, наверное, надо. Призыв завершен. Кстати, они же отсюда могут напасть, судя. Так, где-то там, дружочек. Мой повелитель. Давай, это здесь сразу. Да, повелитель. Призыв завершен. Твоя воля исполнится. Да, ну понятно, что исполнится. Куда же едеться-то? Завершится предначертанное. Улучшение завершено. Все, готово. Да, так, что тут у нас? Ну, тоже так. Неплохо. Улучшение завершено. Кстати, вот он и напал. Улучшение завершено. Есть у них еще минеры, подрывники. А тут что? Посмотрим. Что здесь? Угу. Меня призыв завершен. Так, ладно, давайте. Никто не смеет мне приказывать. Все-таки с драконами разберемся. А, наконец-то. Наконец-то. На этот что, мы не можем сетку кинуть, пауки? А, КД. Ёлки. Ладно, мы и так ему наваляем. И что тут у нас? Что тут у нас? Боевые когти. О, это я люблю. Это я люблю. Так. Наконец-то. Мы, наверное, пойдем валять сначала вот этим. Я так подумал и решил. Мы пойдем бить морду им. Так, это есть. Ребята, присоединяйтесь. Ну что еще? Ледяная скорбь жаждет крови. А, наконец-то. Да, сейчас. Будь осторожен. О твоих страданиях сложат легенды. Тоже не настоящий. Уже на бах. Вот, блин, настоящий был. Фолиант ловкости мы забрали. Ну, я думаю, там наши разберутся. О твоих страданиях слухат легенды. Ты узнаешь, что такое боль. Орки такие, блин, бронированные ребята по сравнению с альянцем. И тем более эльфами. Ну, смотрите, как этот рабочий отчаянно наяривает, чиня тачку эту. Так, что мы тут разобрались? Разобрались. Так. Значит, улучшение обязательно, поехали. Здесь хочу арахнидов парочку и парочку брудалаков. Так сказать, для поддержания штанов. Ледяного змея нас очень убили, его подлечу немножко. Но сейчас это непозволительная роскошь его терять. Ну, вылез дурачок. Лучше змея подлечу. Ледяная скорбь. Я размышлял. Никто не смеет мне. Так, ребята. Улучшение завершено. Ледяная скорбь будет. Добьем. Ладно, давайте сразу башню, чтобы она маячила здесь. И мне сразу нужен будет один послушник. Будь осторожен. Не надейся на быструю смерть. Сразу нужен будет один послушник, и мы его отправим оплетать или проклинать рудник. Исполню с радостью. Говори. Ну что еще? До последнего они рубят это золото. Я буду твоими глазами. Все, вали отсюда. Мне твои глаза уже не нужны. Так, пауки. Никто не смеет мне приказывать. За короля лича.
Все, пошло. Пошел процесс. Нельзя сотворить твоя. Там можно, что вы начинаете. Пришли орки получить по бороде. Бывает, бывает. Так, сюда еще зиккурат тогда. Я вижу, они агрессивные какие-то. Будь осторожнее. Так, не добили. Вот здесь у нас вторая база, в общем. Так, я тут ничего не пропустил. О, тут можно качнуться. Я уже это чувствую. Я уже это вижу. Наконец-то. Да, сейчас мы добьем здесь быстренько базу до конца и пойдем качнемся немножко. Так, а где у меня есть этот? Нет, у меня нету ни бойни, ни хрена нема. Так, тогда улучшаем. Чего желает, а, так, ты починил. Почини здесь. Исполнится. Прям проклятых, я просто его здесь не вижу, его, наверное, нету. Да, надо поставить. Призыв завершен. Призыв завершен. Так, секураты, раз, два. Жизнь занерзула. Так, делаем. О, бойню я не видел тоже, кстати. Почему не могу строить мясника? Призывать, когда я уже могу. Призыв завершен. То есть, получается, этих я могу делать. Твоей волей. Тени. Воля уже никому нахрен не нужны. А этот не могу, как-то странно. 150 у нас уже есть. Че вы лукавите? Все. Погнали дальше. А, тут еще он 3 дома осталось. Три дома. Так, что тут? Ну, это такое какое-то улучшение несерьезное. Мало дерева у меня. Мы, наверное, знаете, что сделаем? Мы вурдалаков кинем, наверное, сюда. Призыв завершен. Вот этих. Ладно, пусть носят. Мы тут новых сделаем. Склоняюсь перед твоей волей. Так, это нам надо. Призыв завершен. Призыв завершен. Вот это нам надо. Да свершится предначертанное. Так, здесь надо 4. Призыв завершен. Раз. Нужно больше золота. Ага, золота не хватает. Кто золото? Все, закончили. Пошлите, качнемся теперь. Вот сюда. Ну и вы с нами, ребята. А как вы хотели? Проклятые ждут приказа. Низкие расходы. Бывает. Я жажду служить. Сразу сюда. Ты там все поставил, иди и тоже добывай золото. Ждут приказов. Так, все собрались в куче. Идем драться. Все нормально, сейчас будем драться. Улучшение завершено. А, это мы отсюда что ли пришли? Блин, обидно. Наконец-то. Обидненько. Ждут приказов. Чуйка моя по поводу качания не сработала. Ладно, сходим сюда, посмотрим. Улучшение завершено. Что у нас тут? Так-то лучше. Проклятые ждут приказов. О, тоже дракончики. Хорошо. Наконец-то. Дракончики — это хорошо. Единая скорбь жаждет. Правда, мне так и орки решили здесь подраться. Блин, потерял контроль. Наконец-то. На секундочку потерял контроль, честно запереживал, что думал, сейчас потеряю своего дракончика. Так-то лучше. Че там, талисман жизненной силы, да? Наконец-то. Говори. Будь осторожнее. 150 запасу здоровья. Неплохо, неплохо. Так, в общем, ты будешь следующий у нас. Скорбь жаждет крови. Котыняка. Сейчас мы тебя разберемся с тобой раз на раз. О твоих страданиях слухов летят. Разумно.
поймали детку моего дружочка. Так, не знаю, кого здесь бить. Ага, попал в правильного. Неправильный. А, нет, правильный был. Ну ладно, ладно, ладно. Блин, силы. Ледяная скорбь жаждет крови. Трусливое создание. Это точно. Разумеется. Ну что еще? Наконец-то. Нардуса. Никто не смеет мне приказывать. Что ты хочешь? Что тебя не бежит, да? Ну что еще? За короля лича. Настреливаю такой себе потихонечку. Не надо так. Надейся на быструю смерть. Решающий выбор. Будь осторожен. И все, она перед смертью успел моего дракона поймать. Так, все, здесь она все добивается. Все хорошо, все отлично. Пускай следует. Вурдалаки пусть сюда газуют. Угу. Пока меня тут не было, чужака моего не убили. Так, теперь я хочу себе добавить, значит, вот эту женщину, вот этого мужчину. И сразу их улучшить. А здесь, пожалуй. Нам нужно больше древесины. Ладно, ладно, больше древесины. Начинайте углублять. Так, и того у нас остался. Вот здесь. Извиняюсь, ребят. Вот здесь, товарищи, вот здесь. Где моя тень? Ты увидишь все. Исследуй мне вот тут, что находится. Мне интересно. О, там уже такая нормальная. Грядка. Идут мои войска атакованы. Так, тем временем у меня банши и паук готов. Разбили они ниндзюкрат. А все. Так, ниндзюкрат упал. А мы, знаете, как будем делать? На каждом месте одного зиккурата будет появляться два. Потому что можем себе позволить. Итак, что у нас тут? Опа, у нас тут магазинчик. Эй, не зря мы сюда пришли. Ну, там уже их база. Сейчас. Мы тут закончим и пойдем в магазинчик, сходим за покупками. Казармы, что там производится. Кстати, такие нетиповые казармы, почему-то мне кажется. А, наконец-то. Может, я, конечно, тут за орков не играл, я не знаю, но... Так. Все, эти уже сумасшедшие, тут он почти все дерево вырубали. Так. Готовы? Шуруйте сюда. Призыв завершен. Так, я вижу. Так. Мне надо еще один для порабощения нового рудника. Так, ребята, на подходе. Хорошая такая альтернативная способность у лича. На область в процентном соотношении бьет. Особенно хорошо против против этих много хпшных врагов. И ребята так отчаянно пытаются чинить. Не надейся на быструю смерть. Склоняюсь. Газуй сюда. Исполню с радостью. Никто не смеет мне приказывать. Ребята, что вы переуныли? Давайте я вас немножко развеселю. За короля лича.
твоих страданиях служат легенды. Исследование завершено. Ну, все вот эти дополнительные базы, в принципе, мы можем разбить и таким стаком, я считаю. То есть, ну, они особо против нас здесь ничего не поставят. А вот ребята, которые стоят возле большого телефона, зелено-красного, там, конечно, надо будет готовить армию такую посерьезней. Поэтому нам надо к этому идти. Так, пошли пока туда, погнали. Где прольется моя кровь? О, где она только не прольется. Ты бы знал, ты бы знал. Так. Короче, вот на этой базе мы, наверное, разместим гостиной двор. И там мы будем штамповать этих ледяных змей. Ух ты. Да, вопрос. Поганищ я не могу. Исследование завершено. Причем я могу на них сделать улучшение. Нам нужно больше древесины. Да понятно, что нужно, ребята. Где я могу ее взять? Что же меня поймите? Что ты хочешь увидеть? Я не стою здесь. Будь осторожен. Говори. Ледяная скорость. Так, а тут мы купим с вами свиток исцеления. Кто звал меня? А тебя, блядь, вообще ни хрена не исследование завершено. Вот наконец-то. Так тебе. Вот так. На другого переключиться. Ты возьмешь еще вот так. Свиток возвращения на всякий случай. На ману, свиток защиты. Ну ладно, лечебное зелье. Раз мы сюда зашли. Будь осторожен. То будем так-то покупать по полной. Призыв завершён. Ты узнаешь, что такое мужчина. Войска атакованы. Никто не смеет мне приказывать. Самое главное вот эти башни снести, блин. Греб. Ну что еще? Ох ты, а тут маг у нас. Вот это поворотик. Будь осторожен. Я вас понял. Ледяная скорбь жаждет кого разумно. Никто не смеет мне приказывать. Так, Лич. Похиляй, дай всем защиту. Арта скачнулся, хорошо. Призыв завершен. Я размышлял. Исследование завершено. Получено. Так, фолиант интеллекта есть. Говорит. Готов. Не надейся на быструю смерть. Ух ты, на мою вторую базу кто-то напал. Дракон большой, причем. Первый раз такой прикол вижу, ребят. Ну, он ее не разобьет, конечно, я думаю. Но... Неприятный момент. А где-то Марта супер. А вот. Никто не смеет мне приказывать. Еще раз полечу всех. Помогайте как-то все бейте в одну точку. Такой. Сильно раз это. Растягивайтесь. Наконец-то. Ну, это большой дракон. Что я ему сделаю? Он, кстати, завалил, и он так нехерово валит. Придется возвращаться, наверное. Призыв завершен. Призыв завершен. Наверное, придется. Склоняюсь перед успеем, твоей сука. Твоя воля исполнится. Убивает моего рабочего, тварь. Исполню с радостью. Не догонишь. Твоя воля. Не догонишь. Нет. Где прольется моя кровь? Наверное, догонится. Да свершится предначало. Пошли на основную базу, я тебя заведу. Я тебе сейчас там устрою рандеву. Говори. Что улучшение совершено. А, тут уже эти подрывники пришли. Бабах. Я жажду служить. Нет, Зиккурат, лечи его. Есть. Я спас Зиккурат. Я спас Зиккурат. Будь осторожен.
Ледяная скорбь жаждет крови. Вернулся разбивать мой рудник. Не знаю, что он ему сделал. Наши войска атакованы. Кем? Этим дурачком? Убейте его. В чем проблема? Наконец-то. Ты узнаешь, что такое боль. Кстати, у меня что же готовы эти. Нам нужно больше древесины. Да понимаешь, что нужно больше древесины, ребят, нема. Ты что есть? Ты что есть? За короля лича. Понятно. Жизнь за Нерзула. За кого ж еще? Никто не смеет. Может, аж точно не за моего отца. Если ты понимаешь, Артас, о чем я. О, этот дракон большой прилетел, короче, и на этот, на мою основную пасу. Бросай, иди, чини. Что-то не так. Говори, нашего единая скорбь жаждет крови. Но он попытался, и мы дракону этому увольнемся. И, кстати, смотрите, с него даже ничего не выпало. Как-то обидно. Некроарахнит остался чего-то здесь. Решил, короче, что это не его драка, и он встал. Трусливое создание. Но вы знаете, мы учтем критику, и сейчас мы еще раз там сделаем нашу эту. Да, нам чубрика надо, потому что один послушник погиб. Мы учтем критику и сделаем там еще раз базу, просто уже мы сразу там поставим декораты. Наконец-то. А мне надо еще эти витки. Мне понравилось. $250, боже, как это все дорого стоит. Проклятые ждут приказа. Куда вы ходите? На соседнюю карту, блять, леса выявить? Смотрите на этих сумасшедших. Где что-то еще? Где тут много леса? Ладно, вопрос поставлю. Ну вот тут еще можно порубить. Ребята, ну хоть сюда уже туда бегайте. Вы реально какие-то, блять, странные хлопцы. Куда ты идешь? Не сюда. Тут все повываливали. Надо быстрее заканчивать, потому что у меня лес закончится на карте скоро. Ну, я его утрирую, конечно, но вы понимаете. Так, хорошо, попытка номер два. Нужно твоя воля исполнится. Сейчас будет тебе древесина. Я буду так, да? А, да. Покупки сделать. Значит, мы хотим... Еще раз исцеление 2 штучки и защиты 2 штучки. И маны. И лечебного зелья. Ну что все. Еще? Спасибо, заверните, пакет не нужен, оплата картой. А, идем. Сюда, в принципе, идем. Где прольется моя кровь? Давай. Так, а что тут по лесу? Ну так. Да свершится предначертанное. Нормальненько, можно здесь поставить. Да, повелитель. Исследование исполнено с радостью. Твоя воля исполнится. Исполню с радостью. Да, повелитель. А ждем теперь. Да свершится предначертанное. Немного надо. Ну что еще? Я размышляю. Сюда. Что там у нас по ледяным змеям? Это что у нас будет специальный отряд. Так, хорошо. Говори. Сейчас змей уйдет. У нас 2 слота получается свободных. 2 слота. Но я не вижу смысла брать эти мясные фургоны туда. Они нам как. Чем заморачиваться? Призыв завершен. Где? Призыв завершен. Угу. Призыв завершен. Призыв завершен.
Так, два змея, давайте их тоже сюда. Сразу поставим сюда точку сбора. Призыв завершен. Никто не смеет мне приказывать. Кладбище, да? Все, готово. Показывай. Чего желает мой повелитель? Отбирай. Призыв завершен. Эти сейчас дерево добьют и передислоцируем их сюда. Улучшение завершено. Наш рудник почти истощение завершено. Высокие расходы. Все, у меня теперь вообще копейки будут зарабатывать. Пацанюры. Ну ладно. Ничего страшного. Есть. Два дракона, кстати, отличная пассивочка. Выводит здание из строя, то есть на 5 секунд. Змеи просто делают чудеса. Они просто пролетают, бьют. Те же самые вышки, те же самые бараки. И никто ничего не производит, и никто не стреляет. Самое главное. Так, вы будете один. Тебя ждем, вы будете два. И идем, валяем этому. Потом немножко восстанавливаем силы. И все. Заходим на главную эту. Бьем темницу. Никто не смеет мне приказывать. Никто, кроме повелителей ужаса и короля лича. Так, в принципе, никто, да. Арта стоит самостоятельный парень. До этого ты жил с отцом, потом ты от него съехал на другую квартиру, и теперь тебе никто не может приказывать. Змей, мы только тебя ждем. Полетел. Кстати, ледяной этот змей. В Варкрафте он, кстати, похож на Синдрагоса. Дружочек или подружка. Говори. Артаса. Возможно, перед наступлением на базу вот этих красных, Дюбидоса, которого еще раз зайдем в магазин за покупками. Так, все, готовы наши змеи. Значит, вы отряд 2, вы отряд 1. Перед отправлением на бой мы сейчас накидаем на себя бафы на таких самых уязвимых ребят наших. Разумеется. Погнали. Так, отряд 2. Ну так, что еще? Прорваться на башне. Наконец-то. Так-то лучше. Не надейся на быструю смерть. Блять, пока вы долетите, отряд 2. Заморозили. Так. Что тут борзеешь? Так, второй отряд, давай, замораживай. Не давай им делать никого и ничего. Банши мы ее убивают. Врываемся сюда. Что, они будут подрываться, бежать? Так, а где тут еще? А, вот тут производят. Что, там сильно напали? Опять этот дракон гребаный. Вы сюда бейте два. Будь осторожен. За короля лича. Ну, тут весь, у них дирижабли есть. Прикольно. На нашу базу напали. Слушай, дракон. Давай там, короче, завязывай с этой хренью, потому что я сейчас прилечу с витком возвращения, я тебе набью твое красное лицо. Кстати, тогда драконов должно быть меньше. Ну, тех, кто охранял, я имею в виду. Врата. Меня радует, что у нас... А ну, будет два сейчас все заморозить? Нет, не будет. Меня тут радует, что у нас, в принципе, драконы не пострадали вообще. Ребята, вы сюда пришли, это уже хорошо. Я жажду служить. Так, это мы сделали. Ты газуй сюда. У вас уже новая точка для движняка. 4. Так. Мы тут закончили, да? Сложат легенды.
ждут приказов. Где прольется моя кровь? Меня интересует, где моя тень. Где я ее потерял? Ну да ладно. Ждут приказов. Так, все, готово, да, значит, Лич? Сразу у нас на Арстаса, на себя, разумно. На женщину вот эту. Проклятые ждут приказов. И на пенсионера вот это. Да, все, ну а дальше пол на всех. Погнали, погнали, погнали. Вперед, вперед, вперед. Наконец-то. Вперед, вперед. Этот лагерь преграждает путь к демоническим. А сейчас ты будет. Перебей орков, чтобы я не смог связаться с повелителем демонов. Будет сделано. Боже, убивает банши. Спас. Хотя там отряд номер два, мы нормально. Ну так, не совсем нормально, но нормально. Ой-ой-ой. Охрени меня бьют. Как я понял. Так, хил. Отряд номер два. Ваша очередь. Убивают банши. Вызову зомбаков. Артас, только живее, я прошу. Только живи. Полян знаю, не возьму. Не возьму, понятно. Драконы, кстати, почти опять целые. Вот эта хрень, которая производит драконов. Все, ты больше не будешь производить драконов своих. Убивает моего чернокнижника. Полить его. Бывает. Вот они появляются. Что еще? Будь осторожен. У тебя нет маны, я вижу, да? Так сожри кого-то. Хотя тут и жрать некого, все нужны. Ну что еще? Так, броня лича, дай мне броню. Ты мне дай маны, потому что маны не хватает очень, дядя. Скелеты. Чем мы отдыхаем? Так, мне надо два дракона сюда, чтобы они заморозили это здание. Оно не производило. Не надейся на быструю смерть. Нечего замораживать. Никто не смеет мне приказывать. Говори. Чего же не скучай, мой повелитель. Будь осторожен. Ну, я считаю, очень мы даже неплохо ворвались. Практически мы никого. Кто-то у нас умер здесь. Не знаю кто, но кто-то у нас погиб. Ну что еще? А так, драконы все целые, змеи. С дикарями покончено. Демонические врата в твоем распоряжении. Лично. Давай, звони. 8-900. Услышь меня, Архимонд. Верный слуга просит твоей аудиенции. Ты звал меня, жалкий лич, и я явился. Ты Келтузад, не так ли? Да, великий Архимонд, это я призвал тебя. Прекрасно. Тогда найди особую книгу, последнюю уцелевшую книгу заклинаний Медива, последнего из хранителей. Только его магия способна перенести меня в ваш мир. Где нам искать эту книгу, великий Архимонд? Отправляйтесь в город смертных, что зовется Долоран. Книга хранится там. На закате третьего дня ты начнешь ритуал призыва.
Ну, в Долоран так в Долоран. Ошибка при обработке. Хорошо. 40 минут, ребятки. Мы по-быстрому вложились. Так что мы молодцы. А следующая у нас будет глава 7. Осада Долорана. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. До скорой встречи и пока-пока.